популяризации таких контролей, как быстрый шахмат и блиц, я считаю, очень перспективное направление развития шахмат в целом. Двое наших представителей уже отобрались в финал по квоте организаторов турнира. Также некоторые из них еще имеют шансы попасть дополнительно из общего отбора. Ну и шансы сохраняются, так скажем. Все покажет финиш. Желаем удачи.